Оценка знаний в новом формате. В мае школьники Беларуси впервые будут сдавать централизованный экзамен. Он заменит собой выпускные испытания в 11 классе. 14 числа состоится экзамен по языку – белорусский либо русский – на выбор. А 21 мая – по другим предметам. Все ли структуры готовы к проведению новой формы итоговой аттестации школьников на Гродничне, проверил комитет госконтроля. На совещании мы услышали доклады о готовности через неделю провести этот экзамен на высоком организационном уровне. Обеспечено взаимодействие всех органов и организаций. Имеется одинаковое, единое понимание алгоритмов действий всех служб. Проведены контрольные мероприятия во всех пунктах, где будет проводиться централизованный экзамен. Мы отметили, что они полностью готовы к этому проведению. Проведена соответствующая учеба с комиссиями, которые будут организовывать и проводить централизованный экзамен. И в том числе проведены репетиционные экзамены с учащимися, которые будут непосредственно участвовать и писать централизованный экзамен. Для проведения централизованного экзамена в Гродненской области определен 21 пункт. Это и вузы, и колледжи, гимназии, и школы. К ним будет обеспечен безопасный подвоз 11-классников. Школьникам же нужно вовремя прибыть к пункту сдачи с паспортом, черной гелевой ручкой и специальным пропуском.